Нескорый, но фирменный поезд прибыл из Самары в Оренбург с точностью до минуты. Хранители огня и, главное, само пламя универсиады на перроне приветствовали просто и громко. Эту неприметную лампаду высматривали тысячи глаз. Зрители шептались, небольшой огонек за год осветил уже 5 континентов. А будущие факелоносцы вдруг заволновались. На секунду сжало сердце даже у главы администрации города. Одно дело, когда ты что-то руководишь, что-то контролируешь, что-то организовываешь сам. А здесь у тебя в руках огонь универсиады. И вот здесь волнение присутствует. Но первый оренбургский чиновник по совместительству факелоносец номер один зря волновался. Свою 100-метровку преодолел, пламя передал. Огненная эстафета кочевала из рук в руки 160 факелоносцев. В торжественном пути друг друга сменяли мужчины, женщины и даже дети. И хотя факел выглядит солидно, хранители огня признались, эта ноша не тянет. Я могу, допустим, привести аналог. Сочинский факел, например, весит 2,5 килограмма. Наш же факел весит 1,5 килограмма. Он на килограмм легче. И, в принципе, даже маленькие, скажем так, хрупкие девушки его спокойно могут пронести по маршруту. Говорят, красоте этого факела завидуют даже организаторы Сочинской олимпиады. Рассмотреть его как следует могли все оренбуржцы. У нас маршрут получился самым длинным – 32 километра. Петляя по улицам, факелоносцы шли, бежали и даже ехали. Главный врач станции переливания крови оседлал собственный байк. Когда я сел на железном коне и тронулся, вы видели, какие были овации, какие были настроения у людей. Просто все визжали. Депутат городского совета Алексей Кузьмин тоже вышел на старт. Для него 100-метровка – сущая мелочь. Политик привык напрягать не только мозг, но и мышцы. Я всю жизнь занимался и занимаюсь там до сих пор, там, да, и лыжами, и велосипедом, и плаванием. То есть мне это нравится. У меня тоже вся спортивная семья, и старшая дочь, и сын. Так что они меня сегодня тоже все там поддерживают. Его отрезок прошел по территории депутатского округа, и Алексей Кузьмин получил двойную поддержку зрителей. Посмотреть на своего факелоносца пришли сотни человек. Даже продавцы местных магазинчиков и фармацевты аптек в час икс бессовестно покинули службу. Ждем, ждем. Что-нибудь еще сказать? Так хочется увидеть. Ну, конечно. А работа не волк подождет, или как? Тоже верно. Жар факела обдавал лицо, жар гордости душу. Даже серьезным политикам в этот день не зазорно признаться, выполнить такую миссию очень лестно. Ведь для участников эстафеты огня главное не себя показать, а отдать каждому по маленькой искорке спортивного задора. Я горд, что мне доверили вот нести вот этот факел, да. Я надеюсь, что этот факел зажгет сердца, зажгет патриотизм, спортивный дух. И люди, молодые люди, простые люди еще больше будут заниматься спортом. Самое зажигательное действо развернулось уже под вечер на набережной. Губернатор лично запалил символическую чашу. Уже сегодня эстафета с огоньком отправилась в Уфу, а после достигнет пункта назначения – Казани. Елена Кузнецова, Станислав Доминов. Наше время.